Мои золотые, всем здравствуйте. Сегодня мы с вами снова на кубанских землях будем готовить экзотическое блюдо – осьминог. Ну что, вот такие сегодня будут красавчики у меня готовиться в казане, а потом на гриле. Мои золотые, а называться сегодня мое блюдо будет Дэви Джонс. Ну, сами понимаете, да? Ну, как я буду сегодня готовить своего Дэви Джонса, точнее двух Дэви Джонсов? Вначале нужно ее будет отварить в казане, потом нужно будет пожарить на гриле, а для того, чтобы отварить мне в казане, нужно мне будет что? Ну, морковка, лучок, апельсин, лимончик, перец горошком душистый, лаврушечка и обязательно домашнее сухое вино. Что, мои золотые, вот видите? Вот они, осьминожки лежат, красавчики. Сейчас буду их варить. А вот он, мой оператор. Видите? Еще и в Инстаграм успевает выкладывать все. Thank you.
как долго все это закипает. Я уже устал. Чтобы немножко скрасить ожидания. Ну я. Мои золотые. За вас. Мои золотые, смотрите, как он пугается, видите? Закручивает свои щупальцы. Вот так вот мы его напугали, осьминога этого, Дэвид Джонса. Все, осьминоги в казане теперь будут вариться где-то минут 40-50, может быть 60, а может быть 68,5. Мои золотые, смотрите, красавчики, Дэвид Джонсы жарятся на гриле. Я сейчас так вот прикрою их, чтобы они немножко отдохнули под крышечкой.
Мои золотые, ну что? Такие красавчики, смотрите. Дэвид Джонсы. Осьминоги на гриле. Вначале казан, потом гриль. Вино домашнее, но я не знаю, должно получиться очень вкусно. Сейчас попробую. Интересный вкус. Даже не вкус больше, а консистенция. Ну, осьминога кушали все. Всякие, знаете, там, соленые, перченые. А вот так вот, чистый вкус осьминога. Очень хорошо. Запах моря, вкус моря. Ты тоже хочешь попробовать? Ну, на. Смотрим. Вот такой получился красавчик осьминог Дэвид Джонс, даже два. На вкус, я вам сказал, вкусненько, попробовать стоит. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите какие-нибудь хорошие комментарии. До свидания, до скорых новых встреч.